Вы впервые в Ульяновской области, хотя много раз были в России. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях о нашем городе, природе, которую вы успели посмотреть, о людях, которые, с которыми вам довелось здесь познакомиться. Я приехал сюда по приглашению господина губернатора Сергея Морозова на открытие форума «Японская весна на Волге». В Ульяновске я впервые. Со мной приехали вице-губернатор префектуры Фукуоку, депутаты префектурного законодательного собрания и представитель делового круга. У всех нас хорошее впечатление о городе, о людях. Нас очень тепло принимают, всюду встречают с улыбкой, и за это мы очень вам признательны. Ульяновцы тоже вам признательны, потому что наши японские друзья подарили возможность познакомиться с японской культурой. Здесь в эти дни организовывается много интересных культурных мероприятий. Я, в свою очередь, хотел спросить вас о том, как вы относитесь к русской культуре. Может быть, предпочитаете каких-то композиторов русских или писателей? Что касается русской культуры, то в первую очередь я бы хотел сказать, что я очень люблю русскую классическую музыку. Работы всемирно известных композиторов Чайковского и Рахманинова. У нас в Японии очень любят русский балет. Когда труппа Большого театра и Мариинского театра гастролируют в Японии, билеты раскупаются моментально. Ежегодно у нас проводится культурный фестиваль России, который пользуется большой популярностью. Я знаю, что в России очень любят японские виды спорта – дзюдо, карате, айкидо. Думаю, впереди у нас много возможностей установить культурный обмен. Помимо культуры, Япония для Ульяновской области – это важный стратегический внешнеэкономический партнер. Вы знаете, что в регионе уже успешно работают заводы таких корпораций, как Bridgestone, Takata, Isuzu, DMG, Morisseiki. Активно развиваются и культурные взаимодействия, проводятся лекции, круглые столы, фестивали. Вот как вы оцениваете дальнейшие перспективы российско-японского сотрудничества и сотрудничества Японии с Ульяновской областью после завершения перекрестного года России в Японии и Японии в России? Вчера состоялась 21-я встреча лидеров наших стран. В рамках этой встречи будет заключено специальное соглашение с компанией Isuzu в Ульяновске. Таким образом, конкретизируется совместный экономический план. Что касается Ульяновска, то здесь располагается завод Bridgestone. Это уже отличный показатель того, чтобы японские предприниматели продолжали инвестирование. В этом смысле мы и дальше будем поддерживать и развивать внешнеэкономические связи между Ульяновской и Японией. В рамках форума будет проводиться мастер-класс по эконоба, представление японских музыкантов, театр теней. Я обязательно буду поддерживать дальнейшее развитие межрегионального культурного обмена, в том числе сотрудничество между нашими вузами в спорте и культуре. Напоследок хотел бы вас спросить, что бы вы хотели пожелать жителям Ульяновской области, которые услышат ваше интервью? Во время пребывания в Ульяновске я не мог не обратить внимания на то, что ваши люди очень добрые и приветливые. Желаю жителям области, чтобы после нашего форума у них появилась возможность посмотреть Японию. Я и сам вернусь сюда снова, чтобы пообщаться с добрыми и приветливыми жителями Ульяновска. ウリアノスク州の訪問でした。